Кря. Всем добра, дорогие друзья, с вами Винди, и сегодня мы с тобой продолжаем играть в Епи Психо, и сегодня мы с тобой перейдем к боссу, который телевизионщик, погнали. Ааа, я не там сохранился, босс не возле меня, все заново проходить. Я вроде бы собрал все, да, я собрал все карточки, вставил все карточки, осталось ставить одну последнюю карточку, и мы перейдем с тобой к боссу. К счастью, я, в принципе, не так далеко сохранился. Карточку впихуй и иди-ка ты на телевизионщику. И разбирайся с ним. Посмотрим, что у нас будет, потому что в прошлый раз мы с тобой как раз увидали, что телевизионщик долбанавт. Телевизионщик иванавт. Ну, сейчас ты увидишь телевизионщик, вон он. Он там плачет уже. Или ржет. Так, вон человек, кстати говоря, умер на работе. Ага. Вот он, вот он, вот он. Голову ты дома не забыл? Забыл, блядь, вот телевизор на голове. Короче, вот с этим чуваком, у него там сзади, кстати, тоже много телевизоров. Вы пришли ко мне? Прошу прощения за беспорядок, так неловко. Ну да. Ебанавт. Короче, когда он вот это головой бомбит, мне можно прятаться под столом. Это я понял, потому что я во время это до записи сюда заскочу на секундочку. Я уже понял. Короче, если ты заходишь на вот эту вот красную точку, видишь, он тебя бьет. И сразу у тебя жизни забирает. Я тебе это показал, поэтому мне нужно съесть сразу лапшу. Ага. Все, я все понял. Я все понял, я все понял. Вот эта хрень, она двигается, и, судя по всему, за ней нужно прятаться. Да-да-да-да-да. За ней нужно прятаться, и пока его вот это вот плющит, я вот это вот все сдвигаю. Трупов я обворовываю. Шуй такой. Там какие-то провода. А нахер мне провода? Так, я понял, за провода. Шуй такой. Похоже, это непростые провода. Интересно, что будет, если их отключить? Ну, наверное, все будет заебомба, или все будет очень плохо. Одно из двух. Но мы еще разберемся, как бы. Когда ты не знаешь, что делать, хуячь! Ломай! И все. А там разберешься потом. Я, возможно, и понимаю, что это плохое решение, но как бы очень хочется сделать, поэтому я буду делать. Ах, какое облегчение! Представляете, мистер Пастернак? А я вас знаю. Само собой, по камерам. Я видел все с самого начала. И вот вы здесь. Может, вопросы покажутся вам глупым, но вы решили спасти и меня тоже. Да. Короче, я помню. Спасибо. Когда мы с тобой читали записки, в записках были некоторые слова, подписанные цветом другим. Там то ли желтым, то ли зеленым, то ли оранжевым. Я не помню, короче говоря. Серо-буро-козявчатым, короче говоря. И, судя по всему, эти цвета подсказывают мне, что нужно ему отвечать на такие тупые вопросы. Так, вот так вот я могу бегать туда-сюда. Я хочу обворовать труп. Я очень хочу обворовать вот эту прекрасную молодую женщину, которая, возможно, и не молодая, возможно, и не женщина. В любом случае, я ее обворовал. Там вот еще один парень умирает. Важный вопрос. Провода на полу мешают двигать картотеку в этом в сторону. Важный вопрос. Стол защищает от пиздюлей или нет? Сейчас проверим. Если стол защищает от пиздюлей, то все хорошо. Если да, стол защищает от пиздюлей. Замечательно. Слушай, а почему этот ебанавт, которого я, по идее, должен спасать, меня пытается убить? Да! Ты что не взял, а? Ты что не взял, вот не полутал его портфельчик? Вдруг там что-то полезное? Ладно, потом посмотрим. Я вижу вон еще одну штуку. Короче говоря, босс особо не трудный. Босс больше запаристый и на внимательность, потому что... Ты ничего не видел. Никаких претензий ко мне убить у тебя не должно. Нормально. Провода, кстати говоря, руками своими. О, спасибо, что откричил меня. Раз уж вы здесь, у меня все крутится в голове одна мысль. А вдруг вы мне поможете? Как вы хотите посмотреть секрет? В формате 4:3 или 16:9? Так, Петруха, ты чё, ёбу дал? Ты мало того, что телевизор себе на голову наперил, так ты мне еще тупые вопросы задаешь. Ну, он, по-моему, говорил, да, он говорил, что он новые телевизоры не любит, так что я думаю, что 4:3. Правда? Мне тоже нравится этот формат. Мы родственные души. Да, конечно, родственные души. Я, как и говорил, я всегда родственными душами объединяюсь. Только либо с нормальными ребятами, либо с полными долбоебами. Поэтому ты подходишь вполне под последних полных... Как я вот это должен убрать? Как я вот эти вот провода должен убрать? Он же меня загибенит. Он же меня убьет, он же меня заплюет, он же меня захарчует. Вообще, зачем ты по мне бьешь? Так, тихо. Зачем он меня бьет? Я как бы ему друг. Ой, я вижу провода. Вот это да, я вижу провода. Провода говорят мне да. Провода мне говорят тебе пизда. Так, смотри. Берем вот это вот на провода, ставим. Не знаю... Ай! Ну ты дебил! Из-за тебя мне придется пить кофе. Зачем ты меня бьешь? Зачем? Что я тебе сделал, сука? Я пытаюсь тебя спасти, а ты меня пытаешься ебать. Не еби, мужик, за что? О, нормально. Он просто пытается меня постоянно убить, я не понимаю зачем. Давай я тебе телевизор притащу, может это сделать тебя счастливее. Давай я тебе телевизор подтащу поближе. И может быть тебя телевизор сделать хорошим, прекрасным, здоровским. А, да не бей, да ну не бей, да за что?
Да за шо? Шо я тебе сделал? Я сижу тут кофе пью. Кофея пью, ты против кофеина? Нет, на самом деле кофе не всегда полезно, кофе бывает вредно. Так, ладно, телевизор я походу к нему не потащу, он меня убьет, я не смогу. У меня не хватит там возможностей, так что... Ну типа я не успею туда-сюда перебегать. Так что ладно, пойдем посмотрим, куда вообще эти провода ведут, мне интересно. Ладно, не буду рисковать. Кто рискует, тот тоскует. Поэтому я не буду рисковать, я лучше буду в него плевать. Так, смотри. Труп! Я тебя сейчас обворую, ты, короче говоря, не ссы. Все будет нормально. Когда я тебя обворую, все будет хорошо. Хотя нет, наверное, мне пока тебя обворовывать и не надо. Йоу, вот это я денсер. Вот это я денсер, вот это я. Хорош, там кнопка какая-то, видишь? Есть, поесть, нормально. Так, хорошо, там, короче говоря, у нас кнопка. Значит, с кнопкой мы сейчас разберемся быстро. Слушай, не понял, а где тот черик, который бегал все туда-сюда? Я все понял, ко мне все дошло. У меня все теперь ясно стало. Я настолько преисполнился в своем познании, что... Ебать, насколько я преисполнился в своем познании. Короче говоря, телевизор отталкивает от этих челиков. Что такое? Телевизор отталкивает от этих челиков. Значит, мне надо телеком просто вот так вот их поставить. И все. Найс! И вот так я могу спокойненько все вытаскивать. Нормально. Мне нравится, как ребятам, которые работают, им вообще поебать. Им вообще похуй. Им вообще нормально, им вообще плевать на то, что происходит здесь, что их катает туда-сюда. Опа. Я знаю твое имя. Но не бойся, я не скажу его ей. Кто-то идет. Мне нравилось наблюдать, как ты мечешься по зданию. А когда у тебя страшно, у тебя очень забавное лицо. Я смеялся. Но каждый раз, когда тебе было грустно, я плакал. О-о-о. У меня есть свой фанат. Ты такой уязвим. Слышь, ты, блядь, я тебя сейчас посмотрю, я тебя сейчас с ноги дам. Ты такой уязвимый. На себя посмотри, ты вообще человек телевизор. Я бы сутками держал тебя в комнате полной камер. Не очень приятно. Ой, прости, жутковато прозвучало. Вот да, немножечко есть такое. Я имею в виду, что хотел бы защитить тебя от нее. Да, ты, конечно, меня защитишь, дружище. Ты-то себя защитить-то не смог. Вот, посмотри, у тебя там крови сколько валяется под ногами. Да, защитник, конечно, просто обосраться. Но теперь, когда ты здесь передо мной, мне немного грустно. Я уже не узнаю, как закончится твоя история. И напоследок я бы хотел тебя спросить. Этим утром, когда ты только прибыл в компанию, я открыл двери лифта, но ни разу не назвал тебя по имени. Почему же ты зашел? Я не хотел возвращаться домой ни с чем. А давай ничего ему не скажем. Ой, ладно, ничего не говорить, это вредно, это противно. Он сейчас, наверное, умрет, головой ударится, полностью отвалится, и не надо на него, зачем на него бузить. Давай, не хотел. Родители дали мне денег на поездку в столицу. Наверное, они радовались этой работе даже больше меня. Я не мог вернуться к ним ни с чем. Понимаю. Ты справишься, Брайан. Убей. А зачем ты сказал мое имя? А, ну ладно, наверное, она не слышала. Опа, я знаю, что у тебя спиздит сейчас. Он мертв. Ну тогда ему теперь это не нужно, у него что-то в руке. Это ему не надо, я заберу. Камеру наблюдения. Дебил, ты тупой, а чё ж ты со мной-то просто не поделился, если ты мне друг? Если ты мне друг, то почему ты такой уебан? Есть ли у тебя какие-нибудь ответы на этот вопрос? Я сейчас такую истерику учинил! Ой, хватит двигать телевизор, дурачок, ты чё? Че тебе этот телевизор вообще докопался? Верни обратно телевизор, нормально. О, я могу теперь трупов обворовывать. Да что ты вот это раком ходишь? Брайан, что с тобой не так? Один лист ведьминой бумаги. Спасибо, бесполезно. Один лист ведьминой бумаги. Спасибо, бесполезно. Ладно, это я могу сохраниться, короче говоря, если что. Это я могу телевизор двигать, если что. Есть поесть, мне нужно поесть. Ладно. Это парень был из тех, кто просто, сука, нах. Мне кажется, сотрудники службы безопасности отключены. Ну да, вот что-то подсказывает, что они отключены. Стоит перед трупом полным крови, такой, по-моему, ему не очень хорошо. А он такой... А, слушай, а мне интересно, кстати говоря, а та девушка, которой я подкатывал в прошлый раз, у которой я карточку отбирал, которая от меня рачком пыталась убежать, она жива, нет? Я могу с ней пообщаться? Может быть, она мне что-то интересное расскажет? Подожди. Это я видал на камеру, так, не вижу здесь ничего интересного, хорошо. Ну, не видишь, так не видь. Слушай, а запись вообще идет? Идет, отлично. А то у меня на одной из игр была такая паника, я что-то... Прикинь, я все снял, все было отлично, а потом в какой-то момент я просто забыл, что записи не было, и все. Так, не понял, а как его туда вообще должен забраться? Как я сюда должен забраться? Оно же сюда не залазит. Как я сюда залезу? Там какая-то камера тоже есть. О, смотри. На некоторых камерах исчезли помехи. О-хо-хо. Но это мы там были.
Это мы там были, это мы там видали все. Это колясочка, это отсылка, по-моему, на одну из главных твистов игры. Здорово, братан, как ты чувствуешь себя? Ну, наверное, плохо. Я рад тому, что тебе плохо, дружище. Я просто обожаю, когда тебе плохо. Не то, чтобы я плохой человек, просто ты мудил. Так, смотри, а что насчет девочки, с которой мы тут разговаривали? О! Девочка пропала. Блин, девушка, я пытался с вами познакомиться. Вы так хорошо бегали. Так нормально, на окарачках вы так быстро бегали. Наверное, вы марафонщица. Я нашел чистую видеокассету. Ага. Любопытно, что у тебя в руках подозрительная пленка. Какое совпадение. Ну, ничего подозрительного. Она чистая, на кассете ничего нет. Ясно. Ты пытаешься сбить меня со следа, подсовывая ложные улики. Думаю, надо записать на эту кассету какой-нибудь разговор с камерой. Ясно. Ебанутая. Мой вердикт. Я тоже своего рода доктор. Я обследовал вас на все возможные анализы. И мой вердикт, вы ебанутая. Я думаю, что вам нужно принять лечение. Лечением будет антиебанутин. Это таблеточки, такие продаются у меня. Можете у меня купить. А еще, если будете выпендриваться, то это, я вам плюну в щи. Мужик, ты как? Не вижу здесь ничего интересного. Ну да, трупы меня не удивляют. Трупы меня не удивляют. Окей, окей, окей. Я думал, что мне нужно будет с той стороны сюда перебраться, а мне наоборот, надо с этой стороны туда перебраться. Ты слышал, он бит отбивает. Память рядом. Здорово! Есть поесть, а что ты тут сидишь? То есть лежишь. А что ты тут умер, а? А что ты тут умер? Так, ребят, а что это у вас тут? Детский сад, хули все поумирали? Детский сад пиздарики? Мне не нравится. А, подожди, я понял. Я сюда мог прийти, наверное, до того, как я убил босса. И здесь было бы жопораздирательно. А из-за того, что я пришел сюда после босса, здесь все замечательно. Видал, я прям стихами сегодня разговариваю всю дорогу. Охренеть, одна неразогретая пицца. Здорово. Ну, неразогретая пицца в том великолепии ее, что ее можно разогреть. Ее можно очень много в руках месить, и тогда она разогреется. А, вот, кстати говоря, та комната. Вот, кстати говоря, та комната, как раз которую я пытался добраться, да? Да. И отсюда как раз быстрый проход куда угодно. К примеру, нахуй. Нет, нет. К счастью, этого тут нет. Один пакетик растворимого кофе, хорошо. Найс. Успел. А вот эта камера по-любому была выключена до того, как я с боссом разобрался. Здорово, жаба! Это жаба. Знакомься, в прошлой серии, опять же, можешь посмотреть в прошлом прохождении. Жаба что-то спрятала. Ага, ясно, наркоман. Наркоман, сука! Заточку, заначку туда положил. Что это такое? Это мой офис. Похоже на мой офис, не знаю. Там гирляндочки, Новый год, наверное, кто-то отмечает. Пойду отмечать Новый год вместе с этим чипсдриком. Потому что я считаю, что если кто-то отмечает Новый год, то я отмечаю Новый год с ним. Потому что там есть бесплатная еда, бесплатно есть попить, поесть, все нормально. С друзьями посидеть можно и вообще все хорошо. Тут вода осталась. Бочка с водой пуста. Кстати говоря, тебе понравилось, что сделали с Чепманом, который пошел в жопу Чепман? В принципе, неплохо, 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 на самом деле, то, что с ним поделали. Начинают его пытаться раздвигать, начинают пытаться его расширять, его персонаж делать более интересным. Это хорошая идея, это мне нравится. Так, подожди, вот эта жаба, она либо на четвертом этаже была, да? Либо на Не, явно не здесь. А хули ты стоишь? Мужик, не хочешь ты со мной разговаривать? Понятно. Никто со мной не хочет разговаривать. Так, тихо-тихо, на шестой мне не надо, на пятый. Где-то здесь должна быть та... А, ну так оно вообще здесь. Я просто возьму кровавый ключ. Интересно, чего этот ключ? Ну, наверное, чего-то... Давай тогда проходиться по всем комнатам и искать... Говно? Что это? Это лошадиный помет. Девушки странные, делают странные вещи. А может я выключу сейчас свет, и лошадиный помет превратится в прекрасную принцессу? Или принца в том случае. Все, я оставлю тебя здесь наедине, романтическая обстановочка, ты говно. Возможно, тебе напоминает про твоего бывшего, я не знаю. Я туда не вернусь. Просто баба стоит, смотрит на говно. Ну, а нормально, нормально, нормально. Нормальное и не такое мы видели. В конце концов, чего удивляться-то, собственно? Чего удивляться? Не надо удивляться, не надо стесняться, не надо удивляться. Вообще ничего не надо. Ну что, все хорошо. Здорово, Соса, как дела? Я кофе приварю. Я, наверное, кофе заварю, наверное, сохранюсь, потому что сохраняться это надо. У меня как раз бумажек понадавали 1001. Мне еще надо вообще пиццу разогреть. Но пиццу разогревать это надо в самый низ спускаться. Не очень мне нравится идти вниз, поэтому я лучше просто...
просто здесь сохранись и все. А что здесь новенького есть? Что? Синтра? Ну ладно, Синтра куда-то пропала, Синтра так делает. У Синтры есть такие закидоны, Синтра иногда куда-то пропадает, Синтра вообще странная. Все странные, один я без, да, как бы, ты понял. Заперто. Тогда, может быть, сюда подойдет ключ. Здорово. Ну что-то какая-то у вас тут обстановочка депрессивненькая, я вам скажу. Что-то как-то мне тут не нравится. Не, ну теперь нравится. Теперь мне нравится. Теперь замечательно. Теперь здорово. Там написано «си». «Си», «си». То есть «си», «щи». «Она». Так, ты тут на меня не пикай, слышь ты. Для начала мне надо туда. Да ладно тебе. Два карандаша, хорошо. Аккуратненько. Здорово, друг. Хорошо, что я могу делать пуф до того, как пуф происходит. Здорово. Лапша быстрое приготовление. Замечательно. Мужик, ты как? Я по тебе потопчусь, ты не против? Я надеюсь, тебе понравится. «Она». Этот сотрудник держит знак. «Беги, если не хочешь закончить, как я». «Да я никак не закончу, я главный герой. Ты шо вот это мне пугать?» «Пугать меня вздумал. Ребят, шо отвисаем? У вас тут вечеринка такая нормальная, да? Ну, горячая вечеринка, вон. Баба свисает с этого. Баба, девушка свисает с шкафа. Нормально вообще. Веселится, короче говоря, как хочет. Замечательно, я счастлив за вас. Молодая женщина, или не молодая, или не женщина, я не знаю. В любом случае, я за всех рад. Я сейчас за всех рад. За всех рад, особенно вот за этих отвисающих, я очень рад. Теперь они в этой компании не работают, они уволены. Уволены посмертно, как в принципе происходит здесь всегда. Да-да. Провод здесь заканчивается, но кнопки отсутствуют. Провод здесь заканчивается, но кнопка отсутствует. Вы получили пакетик. Я получил пакетик. Подожди. Мне кажется, что сейчас эти штуки ко мне приблизятся и меня задают. Провод здесь заканчивается. А если я отверткой попробую... Так, подожди, давай-ка я сначала до конца дойду. Давай-ка... А, нет, я никуда до конца дойти не могу. Так, ладно, давай я попробую тогда, может быть, отверткой это можно отвинтить. Нет, нельзя. Опасно. Не, ну опасность-то написана не просто так, правильно? Так, ну давай попробуем самую простую комбинацию. Но она вряд ли сработает. Наверное, не важно на самом деле, в какой последовательности что нажимаю. Кстати, здесь есть камера, а почему-то камеры я в камерах я не видел. Короче, я вспомнил, что оказывается это мне нужно кнопочкой. Мне нужна кнопочка. Кнопочку мы дальше по сюжету получаем. Запру дверь. Кнопочку мы дальше по сюжету получаем. Может и ключ лучше положить назад. А, нет, ключ мы, короче говоря, никуда не положим. Ключ мы будем с собой таскать. Мне нужно будет пройти дальше по сюжету, победить принтер для того, чтобы получить кнопочку. И тогда уже с кнопочкой мы сможем с тобой попасть в... Ну, ты понял. В ту комнату. То есть нам нужно дальше проходить по сюжету. Что не очень прикольно, на самом деле. Не очень мне хочется. Не совсем. Я вот прям горю желанием разбираться с этим всем. Вот оно, вот оно, вот оно. Воду... Че, а хули ты тут делаешь? Ты же вроде бы уволиться хотела, а? Другалек, ну-ка. Ну-ка давай, пиццу я приготовлю. Мне нужно пиццу подогреть. Как раз разогретая пицца, это просто прекрасно. Лапшу подогреть, потому что разогретая лапша, это тоже... Ой, как бы я сейчас хотел китайской лапши, ты просто не представляешь, как я хочу китайской лапши. Хорошей такой, вкусненькой китайской лапши. Сэндвич с сыром. Все, готовим. Время готовить еду, время подготавливаться. Самое важное в том, чтобы не получить пиздюлей, тебе нужно приготовить сэндвич с сыром. Чем больше сэндвичей с сыром, тем меньше пиздюлей ты получишь. Хоп, хей, лалай, ешь сэндвичи с сыром. Так, здорово, дружище. Что с тобой случилось на третьем этаже? Не твое дело. Ты уже добыл мне повышение на четвертый этаж. А ты, я смотрю, настойчивый. С чего бы мне снова тебе помогать? Как это с чего? Разве дружба ничего для тебя не значит? Чеп! А не пошел ли ты бы в жопу? Какая дружба? Но мы-то не друзья. Чего, сука? Чего, блядь? Ой, ты меня, конечно, извини, но просто... Больше со мной не разговаривай. Ты меня обидел. Если только не устроишь мне повышение на четвертый этаж. А как я тебе, блядь, устрою повышение на четвертый этаж? Ты еблоид комнатный. Как? Так, но здесь романтика это единственное. Не спеши, мужик, чинить эти вещи не так просто, что за спешка не твое дело. Постарайся как можно скорее. Тогда, возможно, сюда надо камеру. Кажется, тут что-то происходит интересное. Надо это записать. Вы использовали кассету. Шикарно. Теперь все работает. Можно забирать? Не спеши, торопыга. Нужно же проверить, что все в порядке. Нет, не надо. Да это пару секунд, мужик. Звуки ненависти. А что он делает вообще? Похоже, жесткий диск в полном порядке, все файлы на месте. Ну-ка, стоп. Это еще что такое? Это конфиденциально. Отдай мне компьютер. Ну уж нет, Жозе. Он останется здесь, пока ты не объяснишь, зачем тебе эти фотографии девушек из отдела кадров. Это не постановочные фотографии, без ретуши. Фотоимпровизация. Но зачем? Зачем ты сделал эти фотографии? Ты не поймешь. Они мне нужны, чтобы девушки из отдела кадров обратили на меня внимание и плевали на меня больше, чем на других.
Что, блядь? В смысле плевали на тебя больше, чем на других? Ты ёбнутый? Ты ёбнутый? Ты ёбнутый? Ну ты точно ёбнутый? Пи-п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 и. Проверка на ёбнутого. Ты ёбнутый. Я проверил. Ты что, шантажируешь их? Отстань от меня. Отдай мне компьютер. То есть это как раз для той этой губошлёпки. Я в шоке. Эта компания насквозь прогнила. Короче, он пытался вот так вот замутить с девушками, понимаешь? Вот для тебя гайд. Если ты хочешь замутить с девчонками, то не надо. Не надо, во-первых, заставлять их на тебя плевать, это странно. Во-вторых, не надо записывать на них какие-то шантажные вещи, наверное, не знаю. Я не пробовал, может это и эффективно, но я не пробовал. Девчонки, наверное, тебе в комментариях могут объяснить, что это плохая или хорошая идея. Понятнее. Я записал признание сотрудников, которые шантажировал вас фотографиями. Вот оно. Молодец, Ватсон. Теперь бы можешь положить конец бесчинствам этого злодея. Надеюсь, вы сможете преподать этому парню хороший урок. Погоди-ка, ты ведь не рассчитываешь на меня получить что-то взамен? Может, ты ждешь, что я на тебя плюну? Че? Ты ёбнутая, блядь, нет? Подозрительно. В любом случае, из тебя вышел отличный помощник детектива. С какого ты этажа? Я с 5-го. Жаль, я хотела тебя повысить, но мой статус позволяет повышать сотрудников только до 4-го. Если хочешь, могу повысить вместо тебя кого-то другого. Может, у тебя есть друзья с нижних этажей? Попросите повышение? Да, давай. Можно перевести на 4-й этаж вот этого сотрудника? Ну, показывайте ID-карту Чепмана. Сейчас запишу персональный номер. Готово. Мои навыки дедукции и твой язык тела показывают, что вы с мистером Чепманом очень близкие друзья. Типа того, да. Ну еще увидимся. Опа, повышение, ачивочку дали, ачивочка, хорошо, хорошо, ачивочка. А что это ты там сзади себя хранил? Что это вот это вот такое? Куда это ведет, а? Опа, сейчас здорована. Закрытая комната. Так. Здравствуйте, могу чем-то помочь? У тебя есть парень? Что? Нет, а почему вы спрашиваете? Тебя больше привлекают короткие интрижки, или ты хочешь найти парня для постоянных отношений? Не знаю. Сейчас я сосредоточена на карьере, у меня нет времени на... Врёшь? Тебе нравится парень в компании, я чувствую твои феромоны. И меня это заводит. Ой, мне нужно идти. Еще увидимся. Та-та-ра-та-ра-та-та. Ебанутая-та-ты. Ра-та-та-та-та-та-та. Ну да. Опа. Ебать. Под стол! Когда девушка признает себя в любви, единственная реакция адекватная на это — под стол. Я его полностью понимаю, это было. Под стол, все. В любой сложной ситуации всегда под стол. Стол спасет тебя от всего. Ладно, короче говоря, хорошо. Замечательно, прекрасно, отличненько, захухрыжненько. Так, пошли-ка посмотрим, кстати говоря, по идее, может быть, а может и не быть. Что-то так. У Доши ничего нового. Дошик все еще такой же, как и всегда. Давай пройдемся по камерам просто перед тем, как отсюда надо сваливать. Потому что отсюда мы уже уходим, и здесь мы уже ничего не найдем. Ну шо, пошли тогда Чепмана веселить. Мистер Чепман! А вы, конечно же, пойдете в жопу. А потом на 4-й этаж. Да, мистер Чепман. Я вообще не знаю, почему я на него работаю. Почему я постоянно помогаю мистеру Чепману? Вот скажи честно, в комментариях, напиши. Вот прямо сейчас, напиши. Ты бы помогал Чепману? Я на самом деле прям сомневаюсь, что я бы это делал, потому что он относится к нам, ну как к отстойникам. Он относится к нам, ну конкретно как к говну, ну понимаешь? Я не люблю, когда ко мне так относятся. Я люблю какие-то вот такие, более какие-то адекватные общения, а не вот это вот все. Ну ладно, я получил тебе повышение. Я добуду для тебя повышение на 4-й этаж. На 4-й? Да, его еще называют ульем. Мест не самое лучшее, но... По-моему, полный отстой. Я там работать не буду. Что? Ну ты же говорил, что хочешь перейти на 4-е. Кто говорил? Ты. Такие, как ты, только и знают, что брать на пополую. Яры, дозы. Устрой мне повышение на 9-й этаж. Я больше не буду тебе помогать. А если я дам тебе кое-что взамен? Что? Вот, держи. Вы получили пустую пачку из-под сигарет. Что это? Я не курю, и потом она даже пустая. Не куришь? Тогда вот тебе мой дружеский совет. Начни. Я дам тебе по сигарете за каждый этаж, на который ты меня повысишь. Ебанутый, ты понимаешь? Дебил. Дурачок. Ну дебил, ну тупенький, ну глупенький. Ну ты вот вообще не умный. Умный — это не про тебя, понимаешь? Ты дебил. Так, если я правильно помню по сюжету, теперь нам надо к Синтре пойти. Дать ей фотку. Потому что с Синтру мы с тобой не общались. Здорово, Сос. Как дела, Сос? Пока, Сос. Так, а где она? Короче, ладушки, ребят, мне, наверное, надо будет все это перепроходить, поэтому пока что мы на этом завершимся. Пока что на этом серии мы с тобой закончим. А я буду потихонечку тогда допроходить до того момента. Я не думаю, что вам будет интересно, да, все
все это пересматривать заново, потому что все это вы можете посмотреть на моем предыдущем прохождении. Более интересные какие-то новенькие вещи я вам буду, конечно, показывать. А пока на этом все. Я надеюсь, тебе понравилось. Подписывайся на канал, оставляй свой комментарий. И увидимся в следующих сериях уже. Пока. До скорого. Удачи.